Ненецкое профессиональное училище отметило 60-летний юбилей. 28 апреля 1959 года на базе Окорисполкома было образовано ПТУ. С этой даты началась история училища. Кузница кадров выпустила более 19 тысяч мастеров своего дела. Маргарита Солоницына проработала в Ненецком профессиональном училище 35 лет. Мастером-преподавателем строительных дисциплин. Готовила юных маляров, штукатуров, плиточников. Мы своими руками делали мастерские сами с учащимися. Сами работали на стройке вместе с ними. Они как-то вот интересно, когда вот приходишь на работу, когда одни голые стены, это уже неинтересно. А когда они видели плод своего труда, все покрашенное, оштукатуренное, все красивое. Новоселы, значит, очень рады тому, что все красиво, все прекрасно. Маргарита Солоницына, как и другие работники, ветераны профтехучилища. На торжественном вечере за свой многолетний и добросовестный труд получила заслуженную награду. В муниципальных предприятиях работает порядка 700 работников. И если посмотреть и инженерно-технический состав, а особенно мастера и рабочих, то этому процентов, ну, больше половины, это точно, это выпускники профессионального училища. И я хочу вам, ветераны, вам, мастера, искренне поблагодарить вас за то, что вы отдавали и отдаете им свои души, свои сердца. Решение организовать профессиональное техническое училище с двухгодичным обучением на базе стройуправления было принято Окорисполкомом 28 апреля 1959 года. 75 юных студентов поступили на профессии плотников, каменщиков и штукатуров-маляров. За годы существования училища подготовило около 15 тысяч квалифицированных рабочих. Многие из них стали прекрасными специалистами и добились больших успехов в профессиональной деятельности. Сегодня Ненецкое профессиональное училище ведет активную работу по изучению потребностей на рынке труда региона, оперативно реагируя на нужды округа и рабочих профессий. Сегодня НПУ готовит профессионалов своего дела, а они, в свою очередь, показывают свое мастерство на международных конкурсах, таких как WorldSkills Russia. Хочу пожелать, чтобы профессиональное образование, которое у нас есть в округе, было поднято на такую величину, на такую высоту, чтобы мы действительно готовили ребят, чтобы они приходили на предприятие, вставали к станку и на уровне профессионалов, рабочих, специалистов могли доказать, что они уже с первых дней своей работы могут многое делать. Добавлю, училище славится не только своими мастерами, но и ансамблем «Юность Севера», который 40 лет назад образовался в стенах ПТУ. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».